Германия заплатит беженцам за возвращение на родину. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны. Компенсацию мигрантам предлагают достойную до 3000 евро. Уже сегодня за отказ от заявки на убежище в Германии каждому взрослому переселенцу выдают 1200 евро и 600 на ребенка. Всего в стране около 115 тысяч мигрантов. Они не получили убежище, но избежали депортации. Только в этом году 8,5 тысяч человек взяли деньги от правительства и добровольно покинули страну.